Ми продовжуємо інформаційний день. Це проєкт «На часі». І в нашій студії вже Павло Шандра, депутат Одеської районної ради, з яким будемо говорити про повернення п'ятого президента України Петра Порошенка до території України. І взагалі, як це впливає зараз на інвестиційну привабливість в Україні в цілому. Вітаємо в нашій студії. Здравствуйте. От прокоментуйте, будь ласка, от таку подію, зараз про неї говорять абсолютно всі ЗМІ. Переслідування п'ятого президента України, висунення йому різних звинувачень, в тому числі про державну зраду. І скажіть, як європейські партнери, наприклад, будуть на це зважати? Смотрите, Петру Порошенко вміняють саме, мабуть, тяжке преступление, которое можно предъявить своему предшественнику, это ему вменяют государственную измену. Только единственное, что государственная измена – это акт, длящийся во времени, до тех пор, пока он не приводит к конкретному результату. И вопрос, к какому результату привела эта предполагаемая измена Петра Порошенко? Так, а вот если мы говорим про сам цей судовий процес, як ви гадаєте, він може бути дуже довгим, затягнутим? Чи, можливо, політична влада захоче якихось швидких змін? 17 января прибув Петр Порошенко в Україну. І сьогодні ми з депутатами приїхали в Київ для того, щоб його підтримати. Взагалі, сам факт государственної зміни, мені кажется, дуже виглядить сомнительно. Потому что человеческий мозг вообще так устроен, что мы забываем все плохое, помним хорошее, но не помним, каким образом мы к этому пришли. То есть в 2014 году, когда Петр Порошенко стал президентом, он получил страну в очень тяжелом состоянии. У нас не было вооруженных сил. Пришлось все восстанавливать с нуля практически. И если говорить про аннексию Крыма, то она состоялась де-факто до того, как он стал президентом Украины. В качестве его заслуги я считаю то, что Украина вернула контроль над Мариуполем. Именно благодаря его усилиям у нас, так сказать, под контролем часть Луганской и Донецкой области сохраняется у Украины. Само дело по измене, оно построено по поводу закупки украинского угля по решению Петра Порошенко. Ну, так был закуплен уголь, украинский уголь с украинских шахт в 2014 году. Мы все помним, что эти предприятия, они входили в юрисдикцию Украины в то время. То есть они оплачивали налоги в украинский бюджет, в том числе и военный сбор, кстати. А южноафриканский уголь, который тогда пытались привозить, то украинские ТЭЦ, они были совершенно не приспособлены к такому углю. И если бы не это решение, то украинские города бы просто бы замерзли достаточно холодной зимой. Более того, если поговорить по поводу угля, то у нас и сегодня у Украины практически нет альтернатив, где можно закупать этот уголь. По сути, только на территориях Украины, которые сейчас не контролируются Украиной и временно оккупированы Россией. Поэтому возможностей насчет угля, мне кажется, что это очень было их мало. Поэтому сегодня, когда из множества обвинений Петру Порошенко, если правоохранители смогли довести до состояния подозрения только это дело, то я считаю, что Петр Порошенко просто кристально чист. Ну, конечно, мы не можем говорить, что он кристально чист, это не так. Потому что вообще нет ни одного человека, кто был бы кристально чистым. Политика вообще – это искусство возможного. И каждый политик действует в рамках приложенных обстоятельств. От прокоментуйте, от взагалі наразі от така справа, вона є актуальною чи ні? Тому що зараз біля кордонів України знаходиться, за різними оцінками, від 100 до 170 тисяч Збройних сил Російської Федерації. Також ми розуміємо, що наш ворог лише чекає дестабілізуючих факторів в нашій країні, коли суспільство буде, знаєте, наприклад, вороже ставитися один до одного, і ворог цим може скористатися. Ця резонансна подія, вона вже викликає, можна переглянути багато ЗМІ, багато різних джерел, ось такі, знаєте, конфлікти. Хто за, хто проти його, ми розуміємо.
Але нині потрібно нам всім, здається, бути більш такими консолідуючими, більше разом. І це може повпливати, ця справа, що виникнуть, можливо, і різні масові акції протесту тощо. Як ви гадаєте, зараз взагалі от потрібно в нашій країні от такі дії, можна сказати, злочинні чи ні? Вообще к производству по делу Порошенко, я считаю, что Владимира Зеленского подталкивает часть его окружения и Российская Федерация. Конечно, россияне заинтересованы посадить Владимира Зеленского на крючок, сделать так, чтобы он был нерукопожатным в мире, и таким образом ему будет сложно отстаивать интересы Украины на мировой арене в ситуации российской агрессии. Мы можем вспомнить из истории Украины массу таких примеров. Например, дело Георгия Гангадзе, основателя «Украинской правды». Его убийство очень быстро ассоциировали с президентом Кучмой, и в результате чего он стал изгоем во всем мире. Мы можем вспомнить ситуацию, когда у Виктора Януковича в самом начале его президентской каденции его окружение склонило его к тому, чтобы он заключил в тюрьму Юлию Тимошенко. В результате чего ему было очень сложно вести переговоры с Европой. И сегодня Россия заинтересована таким же образом дестабилизировать Владимира Зеленского. Они хотят посадить его на крючок для того, чтобы ему было сложно защищать интересы Украины. А як наші європейські партнери, от навіть якщо відбудеться сам суд, так і приймуть якісь, наприклад, і запобіжні заходи тощо, як європейські держави, лідери можуть на це відреагувати? Чи вплине це на те, що вони будуть гірше нас підтримувати, як у військовому плані, так і в економічному? І яка буде реакція Сполучених Штатів Америки? Вже кілька депутатів Європарламенту заявили о том, що вони осуждають ситуацию в отношении Петра Порошенко. Поэтому я думаю, что реакция будет достаточно негативной. И, как я говорил, что это производство, это дело, оно ухудшит возможности Владимира Зеленского коммуницировать как с Европой, так и с США. Если говорить вообще, как это производство повлияет на Украину, я считаю, что инвестиционный климат в Украине существенно ухудшится. Ведь, как мы знаем, деньги любят тишину. Деньги приходят в государства, в которых есть верховенство права, а не примат права одного человека над другими людьми. Для того, чтобы инвестиции пришли в Украину, нам необходимо построить независимую и беспристрастную судебную систему. И в сегодняшних реалиях, я думаю, что Украина не сможет воспользоваться всеми преимуществами ассоциации с Европейским Союзом. Ну, то есть, например, такими как движение человеческого капитала, рабочей силы, инвестиции в виде денег, вливаемых в украинскую экономику, как минимум технологии, которые Евросоюз мог бы предоставить Украине. Поэтому это дело, оно может повлиять экономически очень печально на Украину. А от в цілому, як депутати у Верховній Раді, наприклад, відносяться до такого рішення, так? От до суду над Порошенко, і їх це, наприклад, чомусь налякає, що можливо будуть і різні такі і затримання, і провокації, тощо, особливо коли вже через деякий час будуть вибори. Ну, я думаю, що ситуація на виборах може розвернутися дуже несподіваним образом. Якщо говорити взагалі про ситуацію, як з моєї точки зрення, в ситуації російської угрози. Президенту нужно делать все для того, чтобы консолидировать государство, а не вносить расслоение в общество. Поэтому наша партия «Европейская солидарность» призывает власть консолидироваться против большого зла, это путинского режима, и действовать, защищая Украину от той дестабилизации, которая есть. Потому что каждый наш гражданин хотел бы чувствовать себя в безопасности дома. И я думаю, к этому нужно стремиться. Если взять исторические примеры, то в Европе есть много случаев, когда политические элиты договаривались и вступали в альянсы для того, чтобы противодействовать большому злу.
И, например, это Германия и Австрия, которые, когда там социал-демократы и консерваторы строили альянсы, которые действовали десятилетиями для борьбы с коммунистическим режимом. Поэтому я думаю, что сегодня всем политическим элитам Украины стоит посмотреть на ту угрозу, которая есть возле украинских границ, 175 тысяч военных Российской Федерации, и то, что придет России в голову, мы, к сожалению, не можем предугадать, поэтому Украине нужно действовать на опережение, консолидироваться внутри страны и действовать с нашими европейскими и американскими партнерами. А от як ви гадаєте, таке риторичне буде питання, але все рівно ж, чому наші політичні сили так все рівно не консолідуються? Чому немає цього процесу такого, знаєте, щоб от у всіх була лише одна мета, наприклад, і вони от всі 5 років до неї йдуть? От так, були в нашій історії там в 2014 році такі моменти, але все рівно з часом кожна політична сила, вона хоче, веде свій вектор політики. Чому все так відбувається, коли 7 років, навіть вже трохи більше, точаться бойові дії на території нашої держави? К сожалению, в українській політиці так відбувається, що індивідуальні амбіції, мені здається, вони преобладають над общим благом. І політики в процесі формування національної політики, вони спочатку не можуть договоритися по яким-то небольшим, нефундаментальним процессом. Потом это напряжение нарастает, и в конечном итоге мы приходим к тому, что политические элиты в принципе уже не способны друг с другом взаимодействовать и коммуницировать. Я думаю, что, наверное, это причина в том, что мы еще незрелая демократия, и я думаю, что наша страна к этому обязательно придет. Когда? Ну, это уже вопрос, наверное, риторический. А от в цілому ми говоримо про політичні еліти, а цей клас в суспільстві як такий, він вже сформований чи ще ні? Чи ще ми бачимо, от, наприклад, за останні роки неповне сформування, так? Тому що кадрів насправді в багатьох сферах, ми не беремо всіх, але все рівно вони, можливо, не відповідають тим вимогам, де вони зараз там працюють або чим займаються. Через скільки років в країні потрібно, взагалі, скільки часу потрібно нашій країні, щоб выросло, знаете, новое стало поколение, действительно политическая элита, как такой класс? Я думаю, что, конечно, в Украине нужно отстаивать все демократические институты. У нас все с этим на самом деле все достаточно хорошо, я считаю, в стране, потому что в Украине есть присущие, например, демократическому обществу, это преемственность, то есть передача власти без кровопролития. То есть абсолютно демократическим путем, путем воли народа. Поэтому у нас есть все перспективы стать демократическим государством. И я думаю, что этот путь, возможно, украинские политические элиты еще не сформированы, и это еще не полная конфигурация, которая приведет все-таки Украину к, так сказать, светлому будущему. Добре, повернемося до нашого питання саме щодо от запобіжного заходу для Петра Порошенка, п'ятого президента України. Навіть якщо от відбудеться сам суд, і якщо там буде або затримання, або домашній арест, чого шукати далі від депутатів от вашої партії? Наприклад, це будуть якісь там або акції протесту, або це буде відстоювання в суді. От змоделюємо таку ситуацію. Ну, наша политическая партия будет, конечно, отстаивать всеми имеющимися способами, согласно действующего законодательства, позицию и добиваться справедливости. То есть наша точка зрения, что как бы нет самого факта государственной измены, поэтому дело достаточно, так сказать, натянуто правоохранителями. І от на закінчення нашого інтерв'ю, скажіть, які зараз, на ваш погляд, найактуальніші питання, теми, які повинна от розглядати наша, наприклад, влада, щоб якомога покращити добробут простих громадян України, наприклад, тут в розрізі 2 років? Я думаю, що в даний момент українській владі потрібно
найти способ консолидироваться и противостоять путинскому режиму. Я думаю, что без этой дестабилизации Украина сможет развиваться быстрыми шагами и строить демократию в Украине. Дуже дякуємо. Ми нагадаємо, що в студії проєкту «На часі» був Павло Шантра, депутат Одеської районної ради, де ми говорили про суд над Петром Порошенком, п'ятим президентом нашої країни, всі за і проти. Залишайтеся з нами, це телеканал «Еко-ТВ», з нами завжди цікаво.